Кэролайн, ау. Вторник, 11 сентября, 2001 год. Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно. Но очень важно, чтобы ты это сделал. Потому что больше этого не сделает никто. Например, когда кто-нибудь появляется в твоей жизни, и часть тебя говорит: «Ты еще совсем не готов». Другая часть непременно говорит: «Сделай ее своей навсегда». Майкл, Кэролайн спросила, что бы я сказал, если бы знал, что ты меня слышишь? Я ответил, что я знаю. Я люблю тебя. Боже, как мне тебя не хватает. Я прощаю тебя. Тайлер Хокинс. Возлюбленный, сын, брат. Тайлер.